Вторая мировая война. Крупнейшее кровопролитное вооруженное столкновение в истории человечества, унесшее миллионы жизней. Азербайджанцы проявили в этой войне самоотверженность как на передовой, так и в тылу. Азербайджан вступил в войну вместе со всем Советским Союзом 22 июня 1941 года. На территории Азербайджана опять-таки формировалось целых 5 стрелковых дивизий, не только 416-я, но и 402-я, 77-я, и 223-я, 396-я, и все они действительно принимали участие в самых крупных сражениях Второй мировой войны, включая самую страшную Курскую дугу, и дошли до Берлина. Легенды советской армии по сей день называют азербайджанского военачальника, дважды героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова. Его за необычные танковые операции называли танковым Суворовым. Первую звезду героя он получил в 1942 году за героические действия при обороне и наступлении под Сталинградом. В 1991 году Ази Асланову присвоили дважды героя Советского Союза за его героические действия во время белорусской операции. В годы войны республика была главным поставщиком нефти и нефтепродуктов на фронт. Легкая пищевая промышленность начала работать для фронта. За короткое время Баку превратился в самый настоящий арсенал воюющей армии. Азербайджанские нефтяники проявляли мужество и героизм и обеспечивали горючим фронт и промышленность. С уверенностью можно сказать, что бакинская нефть стала одним из основных факторов в победе над фашизмом. Роль и значение Азербайджана и вклад азербайджанской нефти, ну все говорят, в своих воспоминаниях Георгий Константинович Жуков, маршал победы Советского Союза, прямо указывал, с потерей нефти, бакинской нефти, Советский Союз стоит на пороге катастрофы и разгрома вооруженных сил. Азербайджан в годы войны добыл 75 миллионов тонн нефти. В те годы более 70% нефти и более 80% топлива Советского Союза приходилось на долю Баку. Отмечается, что по этой причине Адольф Гитлер сделал приоритетом захват Баку и его нефтяных месторождений. Азербайджан внес значимый вклад в победу над фашизмом. На фронт отправилось свыше 600 тысяч человек. Половина из них погибла на полях сражений. Свыше 100 тысяч выходцев из Азербайджана за отвагу и мужество, проявленную в борьбе против фашистских захватчиков, были награждены орденами и медалями СССР. Еще 128 человек удостоены звания Герой Советского Союза. Сегодня в Азербайджане высоко чтят память ветеранов, воевавших против нацистской Германии за свободное будущее своих детей и всего мира. От всей души поздравляю с Днем Великой Победы! Лидия Молодцова, CBC.